Привет, друзья! Сегодня я пришел в магазин Fix Price. Давайте вместе посмотрим новогодние подарки, какие привезли на этот раз. А также походим, поищем какие-нибудь новинки, что-нибудь интересненькое. Приятного всем просмотра. Что, есть что-нибудь интересное новое? Привезли? Да. Игрушки какие? Что понравилось? Все новогоднее, красивое. Все красивое? Да. А конкретно что-нибудь? Конкретно? Кружки. Кружки? Да. А какие именно? Вот там. А, сейчас покажу. Вот эти новогодние кружки девочкам понравились. Давайте посмотрим. Кружка новогодняя, 370 миллилитров. Нарисован тигр со снежинками. На 370 миллилитров, так сказал уже, да? Вот. Китай, состав фарфор. Здесь у нас кружка новогодняя на 360 миллилитров. Чудеса повсюду. Разные, значит, у нас тут надписи. Снег за окном, счастье в сердце. Разных цветов. Вот. 199 рублей. На 360 миллилитров. Это уже побольше. Кружка новогодняя. На 560 миллилитров. Цена 300 рублей. Такие тут под золото сделаны, значит, елка. Ну вот я люблю, когда большие, чтобы можно было сразу много всего налить. Кстати, разные расцветки в виде оленя, снежинок. Они прям хорошо блестят, как будто это вот позолота какая-то. Вот неплохие кружки. 430 миллилитров, 149 рублей цена. Смотри, они красные. The best, чист, короче. Английский 5 с плюсом. Состав тоже фарфор у них у всех. Выглядят тут так разные рисунки. 149 рублей. Но это уже не кружка, это банка новогодняя на 600 миллилитров. Состав тоже у нее такой же. Прорезиненная, кстати, так прям плотно закрывается. Гномики нарисованы. Они, кстати, такие текстурированные, то есть не просто нарисованные, а такие как выдавленные, прямо как бугорок здесь такие вот. 249 рублей. Подсвечник новогодний, 300 рублей. Бежевого и белого цвета. Елка. Ну, они такие дырявые, видите? То есть туда свечку ставите, и она будет, как подсвечник будет светиться. А, и красная, да, вон там вдалеке. Красная есть еще, вон, я не достану ее просто. И малина нарисована. Вот такие вот новогодние кружки. Гирлянда матовая шариковая, 20 LED лампочек, комнатная, теплый белый цвет, 5 метров. Есть теплый белый цвет, а есть, вот он, а есть белый. Ну, то же самое, только либо кому как нравится, либо желтенький, чтобы, либо это. 20 LED ламп, 249 рублей цена. Ретро игрушки на елку. Да, я помню в детстве, действительно, у нас вот такие висели. Думаю, ну, ретро, да? То, что, почему ретро? Потому что вот они на самом деле из детства, из моего вот давнего уже. Это как дуб, дубовый этот, желудь. А это шишка. 77 рублей. Ребят, смотрите, что нашел. Как оригинально, да? Ну, значит, казалось бы, просто какая-то это. Нет. Это деревянная такая, получается, декорация. Декоративный конверт для денег. То есть вот так вот открывается, ложите туда деньги, да, и можно дарить. Ну, не обязательно на Новый год. Вообще, вот оригинально, по сути, деньги дарить не просто там, да, а раз вот так, чик-чик положим, и вот в таком конвертике. Мне кажется, прикольно. Кстати, разные есть рисунки. Видите, доллары, евро, а, это рубли. Ну, думаю, что и евро там тоже есть. Стоит 99 рублей. Декоративный конверт. Вот такие прикольные фигурки тыква. Декоративные. Ой, такие легкие, прям вообще легкие-легкие. Вот она, блин, сейчас покажу. Ну, в принципе, вообще прям невесомые, как будто ничего не весит даже. Всех цветов. Белые, вот оранжевый. Прям вот, вот этот цвет прям едкий-едкий, такой же глаза это режет. Вот этот желтенький, но такой более естественный, как настоящий тыкву похож. Давайте посмотрим, что там пишут. В принципе, ничего такого. Изготовитель Китай. Полиэстер, материал.
Фигурка тыквы декоративная. Ну да, больше ничего такого интересного нет. Стоит 249 рублей такая тыква. А вот на Хэллоуин, это маленьким девочкам, да, например, у кого дети есть, дочки маленькие, детский костюм, юбка и ободок. Смотрите, подальше отойду. О, как так в стилистике такой, да, готической или как, ну то есть так и страшное что-то такое. Прикольно. 299 рублей. Друзья, спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Всем пока.